уходит каждый да, год. Нам нужен IMF как bridge, да, то есть просто чтобы провести реформы и закрыть вот это короткое время, в Грузии это был один год, платить деньги, платить зарплату. А, к сожалению, мы не используем это время, а мы просто как кормим обезьянку, да, и не делаем реформы. Соответственно, сейчас у нас очень отвратительный климат для инвестиций. Нам нужно сейчас еще один год для того, чтобы эти реформы начать проводить. Нет, но иноземцы, как я понимаю, дают понять, что в России сейчас инвестиционный климат еще хуже. Поэтому деньги оттуда и уходят. Возможно, но я не уверен, что они пойдут именно в Россию. Почему в Россию, а не в Словакию? Да? Почему в Россию, в Украину, я прошу прощения, а не в Словакию? Почему в Украину, а не в бывшей Республики Югославии, да? Потому что там климат можно? Сейчас, конечно, на самом деле, сделать нужно обязательно, нужно провести те реформы, которые хочет бизнес, нужно провести те реформы, чтобы бизнесу здесь было комфортно, комфортнее, чем где бы то ни было еще. Если есть война, если есть другие какие-то негативные условия, их нужно перевесить тем, чтобы для бизнеса стало что-то привлекательное, чего где-то нету, да? Это могут быть понижающиеся налоги, это может быть то, что у нас дешевый труд пока. Это может быть то, что мы инвестируем деньги в образование, в инфраструктуру и делаем для бизнеса абсолютно свободный перелет из Европы в Индонезию и еще куда-то. Да? Для этого нужно создать условия, но если мы их создадим, то тогда это значит соревнование, это значит конкурс, это значит конкуренция. И вот люди, которые сидят вот там, вот они связаны со старым бизнесом, которые они связаны как-то с государственными предприятиями. Они боятся этой конкуренции, они по сути должны будут показать, что происходит. Так их может они боятся и любого притока иностранных они капиталов? Они боятся притока мозгов, они боятся притока других денег. Знаете, так всех махают. Сереж, давай, если мы сейчас начнем с тобой говорить. Давай. О Министерстве экологии, причем, все, что оно давай, там делало, давай, это ваше... Давай, ваше не наше, давай. Ну как не ваше? Умовчики. Мало времени нет, осталось. Почекай, мало с каким да. предприемством поэтому, я повязан? Нет, ты лично, я тебе лично вообще не говорю, у меня к вам лично вообще претензий нет. О, дякую. Я сейчас говорю о ваших политических правах. Это дуже важливый перший крок. Я говорю о ваших силы, которые вы представляете. Ну подождите, ваши политические силы стояли у кормушки 20 лет. Ну чего вы от этого отрицаете?